В эфире программа «Новости нашего города», в студии Елена Воротягина. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. Законодательный тайм-аут. Депутаты решили в 2014 году не поднимать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Пенсии будут индексироваться. Специалисты местного отделения пенсионного фонда рассказали о том, когда и насколько будут увеличены выплаты. И лесной гость. В самом центре Ноябрьска волонтеры обнаружили лиса. Накануне на улице Ленина на пешеходном переходе в районе магазина «Карина» сбили пешехода. Пострадавший 4-летний ребенок отделался несколькими ушибами. По словам очевидцев, он вместе с мамой переходил дорогу по зебре и толкал перед собой санки. В это время к переходу подъехал УАЗ-2110 и совершил наезд на ребенка. Как поясняет сам водитель, то есть он там ехал с маленьким ребенком, то есть, соответственно, после ДТП сел в машину и дальше уехал, то есть он куда-то торопился. Вот, несмотря на это, то есть водитель был разыскан в ближайшее время, то есть в отношении водителя был составлен административный материал за то, что скрылся с места ДТП. Вот, на сегодня ему назначено судебное заседание, то есть судебное слушание по этому делу. То есть по факту ДТП было возбуждено административное расследование, то есть будем устанавливать тяжесть последствий телесных повреждений, причиненных ребенку. Вот. Ну и, соответственно, уже будем принимать решения. В наступившем году автолюбителям дадут передышку. Депутаты Госдумы не планируют повышать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Правда, мораторий не коснется тех, кто пьет за рулем. Летом езда в нетрезвом состоянии станет уголовным преступлением. Согласно законопроекту, который начнут рассматривать на ближайшем заседании Госдумы, вместо штрафов 50 тысяч рублей и лишения прав на 3 года для пьяных водителей-рецидивистов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением прав на такой же срок. Кроме того, поправки впервые установят нижний предел ответственности за пьяные ДТП с жертвами. Если по вине нетрезвого водителя погиб один человек, то виновника ждет от 2 до 7 лет лишения свободы. Если же погибших более 2, то водитель отправится в тюрьму на срок от 4 до 9 лет. Еще одним важным документом должен стать обновленный закон об ОСАГО. Лимит выплат по автогражданке вырастет со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. В случае причинения вреда жизни или здоровью кому-то из участников аварии, сумма выплат увеличится со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. В 2014 году все виды пенсий и единовременные социальные выплаты, как и в предыдущие годы, будут проиндексированы. Помимо этого, нынешний год – это подготовка к переходу на новую пенсионную формулу с 2015 года. Более подробно о том, что ждет пенсионеров, расскажет Эрнест Бавшин. В бюджете Пенсионного фонда на 2014 год предусмотрены денежные средства на индексацию трудовых пенсий на 8% и социальных выплат более чем на 17%. Точные размеры индексации станут известны после того, как правительство подведет итоги 2013 года, в том числе по размеру инфляции и уровню доходов Пенсионного фонда в размере на одного пенсионера. А вот точная дата первого повышения трудовых пенсий известна. Это произойдет 1 февраля. Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2014 году будут повышаться, ну, как я уже сказала, 3 раза. Первая индексация пройдет 1 февраля. Трудовые пенсии вырастут по фактическому уровню потребительских цен за 2013 год. Второй раз 1 апреля по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчете на одного пенсионера. В августе произойдет традиционный перерасчет пенсий. Кроме этого, 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, ежемесячные выплаты, которые получают федеральные льготники. Изменения коснутся и материнского капитала. Он подрастет более чем на 20 тысяч рублей. Начиная с этого года, гражданам 67-го года рождения и моложе нужно задуматься о том, как распорядиться своей накопительной частью пенсии. Оставляют они у себя накопительную часть 6%. Или же они отказываются от нее. Если они хотят, чтобы у них формировалась накопительная часть, значит, им необходимо будет до 31 декабря 2015 года определиться или перевести свою накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды, либо выбрать государственную управляющую компанию с расширенным портфелем. Важное новшество касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, руководителей фермерских хозяйств. Для них снижена ставка страховых взносов.
Не знаю, как это хорошо или плохо, как оно вообще отразится на наших индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что у нас ведь пенсия начисляется из, пока что, исходя из страховых взносов. Это с 2015 года начнут пенсии начисляться у нас уже исходя из стажа и, там, допустим, заработной платы. Вот. А пока что страховые взносы играют роль. В течение всего 2014 года пенсионная система будет готовиться к переходу на новую пенсионную формулу. По ней пенсия будет считаться не в рублях, а в баллах. Количество баллов будет зависеть от суммы отчислений в пенсионный фонд и стажа работы. Чем выше зарплата и чем больше стаж, тем больше баллов будет накоплено. Сумма каждого балла будет ежегодно определяться правительством. Отметим, система начнет работать с 2015 года. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Муравленковцы успешно выступили на 6-м международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Микс-арт». Он прошел в декабре в Екатеринбурге. С лауреатами и дипломантами конкурса встретилась Татьяна Суркова. Конкурсанты из Рязани, Перми, Барнаула, Тюменской и Свердловской областей, всего их более 800, выступали в различных номинациях и возрастных категориях. Выступление в конкурсе такого уровня – большая ответственность для артистов. Наши участники говорят, любой конкурс – это всегда в первую очередь общение. Там не было мастер-классов и таких вот форумов больших, но все равно в процессе репетиционном и в процессе вот конкурсных дней мы все равно общались. А вот разговаривали, делились впечатлениями, делились какой-то информацией. Я присутствовала на всех конкурсах, то есть уровень видела всех. И вот и очень рада, что наши дети выглядели достойно, то есть они не выпали там из какой-то, вот, все-таки мы считаемся небольшим городком, да, казалось бы, но все-таки я считаю, что очень достойно. Основному составу вокального коллектива «Созвучие» около 3 лет. Чтобы успешно выступить, говорят его участницы, необходимо не просто слышать, а буквально чувствовать друг друга. Егор Кравцов – аккордеонист. В музыкальной школе занимается 6-й год. В конкурсах различного уровня участвует не первый раз, но во время выступления переживал, что, впрочем, не помешало ему стать лауреатом 2-й степени. Говорит, когда играешь на инструменте, важно сосредоточиться на произведении, почувствовать его. У каждого произведения своя эпоха. Сонатину, которую я играю, придумал Бах. Это, ну, довольно-таки давно было. То есть надо перенестись в то время, когда он это писал, и перенести этот свой тип музыки зрителю. Ансамбль «Домбристок» под руководством Светланы Мамчур стал дипломантом 1-й степени. Перед выступлением девочки сильно волновались, боялись забыть ноты. А самое главное, говорят они, сыграть нужно было с душой. Как сложнее выступать, сольно или в коллективе? Сольно. Сложнее? Да. Чем? Никто не Когда играешь ансамблем, можно рассчитывать на другого. Если что-то не сыграешь, то всегда знаешь, что другой поможет. А когда сольно, тебе никто не поможет, никто тебя не поддержит. Да. И еще вот мы всегда с девчонками переглядываемся, смотрим друг друга, это помогает сосредоточиться, улыбаемся друг другу. 3 дня напряженных выступлений в ходе фестиваля. И вот результат. Все участники и коллективы награждены дипломами лауреатов и дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Комитет солдатских матерей Ямала восстановит заброшенную деревню Липовка, которая находится под Тобольском. В декабре ушедшего года в комитет пришло письмо от Тобольской епархии с просьбой оказать гуманитарную помощь 46 оставшимся жителям этого селения. По словам представителей общественной организации, к ним все еще поступают звонки от тех, кто хотел, но не смог поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. И вот продукты питания, бытовые приборы, игрушки, а также женская и детская одежда вновь могут пригодиться. Еще в 2012 году представитель Ноябрьского комитета солдатских матерей Наталья Кулаева с группой подростков побывала в Абалакском монастыре. Тогда ребята не только отдохнули, но и с пользой провели время, помогая служителям монастыря.
Этим летом организаторы планируют поучаствовать в восстановлении церкви в деревне Липовка. Здание, которому уже более 200 лет, сейчас готовится к реставрации. Есть еще в планах летом также набрать группу подростков, но уже не подростков, а взрослых ребят, постарше, от 16 лет и старше, чтобы оказать помощь на восстановление. Восстанавливают храм, восстанавливают больницу местную, восстанавливают ферму. Нам предложили посмотреть, как изготавливается сметана, можно будет подоить коров, принять участие на сенокосе. То есть просто пожить сельской жизнью. А в это воскресенье, 12 января, работники прокуратуры России отметят свой профессиональный праздник. Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с приближающимся праздником и призвал их вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией и пресекать любые проявления терроризма и экстремизма. От эффективности вашей работы зависит обеспечение законности и правопорядка, общественная безопасность, надежная защита прав и интересов людей. Образованное почти три столетия назад, ваше ведомство является надежной опорой государства, важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы, подчеркнул глава государства. Когда животные выходят к людям, волонтеры Ноябрьского фонда помощи животным спасли раненого лиса, который по непонятным причинам оказался в самом центре города. Сейчас лис живет в питомнике. О том, как чувствует себя животное после операции и о его дальнейшей судьбе в завершающем репортаже выпуска. К людям лис, которому кураторы фонда уже дали кличку «Кроха», относится с некоторой опаской, но активной агрессии не проявляет. Ноябрьский фонд помощи «Дикий зверь» попал в конце декабря. Его обнаружили практически в самом центре города. Позвонил знакомый участковый, мне говорит, кто может поймать лиса, помочь. Вот. Я говорю, а где лис? Приеду, пофотографирую. Он говорит, на Советской 70 возле магазина сидит. Я подъехала, он там сидит под подъездом, ну, как под балконом. Близко не подпускал никого. Вот. Мы когда начали уже к нему подходить, он побежал. Побежал, увидели, что хромает. Решили все-таки все равно поймать. Поймать лиса оказалось делом не из легких. Людей он близко не подпускал, никаких приспособлений под рукой тоже не оказалось. Организации, которые вроде бы специализируются на отлове животных, ловить лесного зверька отказались. Дикие не их профиль. Кое-как его поймали, он там спрятался под машину, за хвост его там вытащили, пледами накрыли, поводками завязали, повезли вот к Николаю, к ветеринару. У Крохи оказалась сломана задняя лапа. Ветеринар, который оперировал животное, предполагает, что лиса сбила машина. А вот на вопрос, зачем он вообще вышел в город, ответа даже у специалиста не нашлось. По всей видимости, это так и останется загадкой. Пока Кроха обитает в теплом гараже, в клетке, но уже сегодня вечером лис переедет в благоустроенный вольер. Деньги на оплату передержки кураторы фонда уже собрали. Практически решен и вопрос с питанием Крохи. Лис лакомится в основном свежемороженной рыбой, не отказывается и от курицы. Все это приносят неравнодушные жители города. Жителей очень много, в основном женщины помогают, девушки. Всем спасибо большое хочу передать, потому что вот, ну, благодаря этому лис, в принципе, сейчас живет в тепле, сытый и, ну, уже практически здоровый. Сейчас зверек прооперирован и идет на поправку. Как только перелом срастется, крохи сделают прививку от бешенства и отправят в зоопарк поселка Рускинские. Выпускать его обратно в лес будет уже нельзя. Привыкшему к людям зверьку будет тяжело снова стать диким. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебной или непредсказуемой, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. Одиннадцатого января в Салехарде -35, ветер южный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 23 градуса мороза, восточный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 11 января -23, ветер восточный до 2 метров в секунду.